Ну вот у нас сегодня 10 апреля 2022 год. Я приехал в Потеряевку, слава богу. Аллилуйя. Сейчас все буду по порядку рассказывать, как дорога проходила. Сейчас от меня тут закроюсь. Своего рода баут из выдерги. Все мертво. Вот тут уже мне удивительно просто подготовили мне дом. Дома тепло, натоплено. Братья позаботились. Это мне сообщил Иосиф Устинов, брат, что Володя, у тебя дома все натоплено, дверь там, говорит, подпертая, так что заходи сразу. Вот такая вот обстановка здесь у нас. Сейчас кота надо будет. Надо было сразу в дом, но пока сейчас не до этого. Завтра отнесу его. Сейчас вот его. О, белый-белый. Белый-белый-белый. Иди в подпол. Белый, иди туда, в подпол. Иди в подпол. Иди. Иди, мой белый. Иди, белый. Надеюсь, он помнит это дело. Куда идти? Иди, белый, иди давай. Иди, белый. Иди. Белый. Иди, белый. Если сойдет, то все, он уже потом ночью будет туда ходить. Иди, белый. Белый, белый, иди давай. Иди, иди, иди. Иди, белый. Иди, 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 давай. Иди. Не вредничай. Иди давай, белый, иди, иди, иди. Иди в подпол. Иди. Иди. Белый, белый, белый. Белый. Белый, иди туда, иди. Ты потом начнешь мне под кровать угодить. Иди давай, иди, говорю. Иди. Иди давай, давай. Белый. Какой упертый. Тоже разъелся за зиму-то. Иди, иди, иди давай. Иди, иди давай, иди, иди, иди. Иди, во, молодец. Ну, слава богу. Ну, сегодня я выехал с Барнаула, было 16 минут 9-го, поезд отправился. Вот. Ну, доехал, слава богу, попутчиков, там была женщина с ребенком, да еще парень, видимо, ее сын тоже постарше. Ну, бесед никаких с ними не было, они сразу там заправились постельным и легли спать. Я тоже там сидел просто, дремал, да, в телефон и смотрел, сообщения отвечал. Вот Иосиф-то мне сообщил, что дома все хорошо. Я его поблагодарил. Он говорит, да меня, не меня, говорит, благодари, говорит, а батюшку, отца Иакима, говорит, потому что он, говорит, как распоряжение дал. И все, брат тут вот эту оказал любовь христианскую. Все, вот сейчас буду вкратце помолюсь. Вот, и буду спать ложиться. А завтра уже все эти дела буду разгребать, что тут у нас есть. Вот так Господь по милости своей сохранил в пути от всякого зла. И меня с поезда уже встретил Терентий Барабаш. Да воздаст им Господь всем милостями своими. Придут их добрые дела на память пред Богом. Выходи, белый, выходи, выходи. Белый, 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 белый. Белый, белый, белый. Вот он, умница наш. Белый, 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 белый. Умница, хороший, белый, 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 белый. Умница, да, мой хороший, да, молодец, умница ты мой. Давай, иди, осматривай тут. Наводи тут ужас на этих супостатов, мышей, которые явно, что тут, наверное, царствовали без нас. Ну, вот так вот. Это тут святая вода. Вот она написана. Чтоб ничего другого не подумали. Ну, вот так вот, тепло, слава богу. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, аллилуйя. Слава тебе, наш Господь, за все твои милости, за все твои щедроты твои. Что дал ты братьев, Господи, наделил ты их верою, Господи, любовью, заповедал, оказывай ближним, который находится в окружении нашем, Господи, слава тебе.
Благослови наши также наставника и священника Якима Игнатия, Господи, да спасутся их души. Помоги также спасти нашим родным и близким и всех тем, Господи, которым мы когда-либо благовествовали Слово Твое. Благослови также всех святых Твоих по всему лицу земли, укрепи их в вере, в надежде, в любви к Тебе. Дай им все перенести с верою, с надеждой, с любовью к Тебе. Помоги также всех, кто страждет в мире, Господи, где происходят войны, распри, убийства, Господи. Помилуй эти души, дай им покаяние. Прости наши согрешения, Господи, ибо Ты нас призываешь, посылаешь, Господи, проповедников Слова Твоего, Евангелия Вечного. Но люди не слушают, отвергают. Через это, Господи, прогневляют лицо Твое. Прости нас, Господи, тут, живущих, если мы чем погрешаем, Господи, против Твоих святых заповедей. Помоги нам исправиться и довести нам всем до желаемой пристани, до Царствия Твоего. Тебе за все хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя.